видосику влепи, комментарий напиши и подписку жми. А в ответ привет лови. Станет нас 3 миллиона. Три лимона, три лимона, желтеньких лимона, мяу, мяу, миллиона, мяу. Приветик, сегодня будем играть в Among Us. В реальной жизни. А если кто-то не знает, как играть в Among Us, может, мы ему объясним? Да ладно, наверняка все играли в Among Us, да, ребят? Ага, да, и правила простые. Есть команда, и каждый разного цвета. И среди нас есть предатель, но мы не знаем, кто это, только предатель знает. Кстати, с нами даже Чип будет играть. Да. И Гэри. Да. Предатель должен незаметно убить большинство из нас, и тогда он выиграет. Или команда раньше определит, кто же предатель, и выкинет его, тогда выиграет команда. И в игре нам нужно выполнять самые разные задания. Погнали! Кто-то из нас тут предатель. И вы, наши зрители, тоже играете с нами. И должны с нами отгадать, кто же здесь предатель. А мы вот тут, в главной комнате, будем репортить и голосовать. И выкидывать подозреваемого. А после этого видео ты обязательно сходи на наш общий канал Magic Family. И кто первый там в комментариях напишет, что он с канала Magic Pets? Да вам покажем в ролике. А вообще там такое видео, такое видео. Такого еще на канале Magic Family никогда не было. И я думаю, многие будут в шоке. Если что, ссылка в описании. Ну, вы сами и так знаете. Я Софи, мой любимый цвет розовый, поэтому я розовая, с цветочком на голове. Я пошла скорее выполнять свои задания. Интересно, кто же из нас предатель? Так, кажется, я нашла свое первое задание. Агась, в админке разорваны провода, они разных цветов, и мне кажется, нужно их соединить. Красный, синий готовы, розовый к розовому. Это-то понятно, это же мой любимый цвет. Желтый к желтому, и готово. Ура, я выполнила одно из заданий, надо торопиться. А я Эйвен, и мой любимый цвет голубой. Поэтому я голубенький. И я буду еще вот в таких вот крутых очках. Будет круто, если наша команда победит. Мы выполним все задания и выиграем. А я Миша Лайк. Мой любимый цвет салатовый. Но также я Мишка. Поэтому я сделала себе ушки, как у Мишки. Так как я самая скромная и медлительная, я надеюсь, меня предатель не убьет слишком быстро, и я выполню хоть одно задание. А я покемон Юмичу. Я люблю Пикачу, желтый цвет и все дурацкое. Поэтому я решила выбрать себе шляпу в виде банановой кожурки. Я тоже надеюсь, как Эйвен, что наша команда победит. Поэтому я буду стараться выполнять задание очень быстро. А я киса Алиса, мой любимый цвет сиреневый. Киса Алиса будет с туалеткой на голове. А что это я с туалеткой? Потому что ты вечно с туалеткой играешь. Ладно, правда, я буду с туалеткой. И я точно не предатель. Против меня чур не голосовать. Обычно предатели так и говорят. Да ты чё, у меня вон сразу сложнейшее задание. Запустить реактор. 5 раз правильно повторить комбинацию. Но готово, я справилась. И пока что никого не убили. А я Чип. И я буду просто белого цвета. Ого, кажется, заканчивается кислород. Надеюсь, кто-нибудь починит. А то у меня слишком много других заданий. И мне далеко до туда бежать. Так, кажется, я нашел одно задание. Но тревога продолжает мигать красным. Значит, никто еще не исправил ошибку с кислородом. А я Гэри. Я коричневый. И решил надеть шапочку в виде листочка. Я забыл. И вместо Гэри написал Джерри. Так зовут моего брата. Тревога так и продолжается. Но, кажется, я нашел еще одно задание. Похоже, здесь нужно ввести какие-то цифры. Я ввел неправильно. А, вот же бумажка с кодом. 31588. Код сработал. Так, куда же мне пойти? Куда же мне пойти? Где могут быть мои задания? Пойду проверю кислородную комнату. Так, медбэй. Надеюсь, пока я буду сканироваться, меня тут никто не прихлопнет. А то такое может быть. Ох, как же я не люблю такие длинные задания. Давай же уже скорей, ну. Упс, кажется, сломался свет. Когда света мало, это очень плохо. Свет постоянно то вырубается, то вырубается. Не знаю, слышит ли меня кто-то, но, ребята, я сейчас свет починю. Залезу в счетчик. Ох, как много рычагов. Какой-то надо просто вернуть на место. Готово. Так намного лучше. Привет, Алиса. Как дела? Не подходи. Вдруг ты предатель? Еще убьешь меня? Пожалуй, тоже пойду. Вдруг это ты? Почему я не могу найти ни одно свое задание? Из-за меня наша команда проиграет. Где же они? Как же их найти? По-моему, в этой части корабля я уже была. Опасно так бегать одной, и вдруг меня убьет предатель. А может, просто я предатель, и я должна всех ловить и убивать? Ой. Похоже, я теперь призрак. А это мои остатки. Предатель среди нас убил меня. И я никак не могу поверить,
что это был тот из нас, на кого никогда не подумаешь. Кисалис, хочешь, будем ходить вместе? Ты что, предатель, хочешь убить меня? Нет, так просто было бы безопаснее. Я не буду с тобой ходить. Ну и ладно, пойду в Security. В Security есть такой прикольный экран, на котором несколько экранов, это скрытые камеры. На этих экранах можно увидеть, кто где чем занимается. Но скрытые камеры показывают не всю территорию, поэтому сейчас на них пусто. Иногда на них можно увидеть, как кто-то кого-то убивает. Или как предатель пользуется люком, или труп. Или если ты предатель, заметить, кто где, пойти и прикончить его. Никто до сих пор не нашел мой труп. Надеюсь, как только найдут, сразу репортнут и вызовут голосование. И очень надеюсь, поймут, кто предатель. Надо передвигаться аккуратно. Кажется, я нашел еще одно задание. Отлично, это какая-то игра, в которой мне нужно стрелять и уничтожать метеориты. Нужно, видимо, уничтожить какое-то определенное количество. Главное попадать в цель. О, отлично, кажется, у меня получилось. Так, бегу дальше выполнять задание. Стоп, что это тут? Труп? Мишу убили? Я не могу вам сообщить никак, кто это сделал. Правила игры запрещают. Чип, что ты тут делаешь? Ты что, ты убил Мишу? Надеюсь, вы правильно выберете предателя. Молчи, Миша, тебе нельзя разговаривать. Я срочно бегу репортить. Ребята, это точно был Чип, я точно знаю. Откуда? Серьезно, Мишу убили? Да, Мишу убил Чип. Но это не я. Откуда мы знаем, что это не ты, если ты был в комнате с трупом? А я призрак, я не могу говорить. Миф, молчи. А может быть это Софи? Да нет же, у меня на глазах. То есть ты видела, как он ее убил? Ну, нет, не совсем, я не видела. Но я зашла, и Чип стоял прямо рядом с Мишей. Но ты же не видела. Короче, я голосую против Чипа. Хотите, голосуйте против меня, если считаете, что это я. Ну, ладно, я тоже против Чипа. Ладно, я тоже против Чипа. Хотя это могла быть Софи. Ладно, я тоже против Чипа. А я сделаю скип. Я не знаю, кто это. Но знаете, я голосовал против Алисы. Чип не был предателем. Мы кикнули его зря. Среди нас так и остался предатель. Ладно, погнали дальше. Жалко, что я передвигаюсь медленнее всех. Меня будет легче догнать предателю, если что. О, кажется, я нашел задание. Мне нужно заполнить эту бутылочку маслом. Нажимаю и удерживаю кнопочку. Ползаю потом обратно в центральную комнату. Вроде там тоже было у меня задание. Так, кажется, мне надо сюда. Нет, опять не тут мое задание. Опять не сюда. Да что ж такое? Постоянно я запутываюсь в этих комнатах. Интересно, где же все и почему у меня опять свет не работает? О, кажется, точно сюда. Нет, опять не сюда. А, вот, я теперь вижу, куда мне надо направляться. Так, надо торопиться. Мы и так уже не отгадали предателя один раз. Значит, в любую секунду он может нас грохнуть. И наша команда проиграет. Интересно, кто же предатель? Мое задание перекачать файлы себе на флешку. Но это еще не конец. Ненавижу длинные задания. В эти моменты, пока ты ждешь, тебя могут легко убить. Сначала перекачать файлы здесь на флешку в одном компьютере. А потом по кораблю пробежать в другую комнату и загрузить файлы на другой компьютер. Кажется, можно, например, здесь в админке исполнить какое-нибудь задание. Вот, например... Мне нужно достать карточку из кошелька Please Insert Card. Это значит, что нужно провести тут карточкой Please Swipe Card. Все, я Swipe Card. Отлично, задание выполнено, идем дальше. Так, мне нужно вообще в другой конец корабля. Самое стрёмное это ходить по коридорам, потому что вдруг тебя увидит предатель, выпрыгнет из какого-нибудь угла и зарежет. Нужно быть аккуратнее, если только не я предатель. У предателей же тоже бывают задания, просто они фейковые. Они изображают, что исполняют их, но на самом деле не исполняют. И очень сложно догадаться, кто предатель, потому что они тоже типа исполняют задания. Тут огромная вот такая вот штука, на ней куча кнопочек, и мне нужно что-то сделать. А вот что. Выровнять вот эту вот стрелочку. Отлично, задание готово. Да я вообще просто супергерой покемон. Ну вот, я в реакторе, и тут нужно ввести цифры от 1 до 10. По-моему, я неплохо справляюсь. На меня уже Чип настучал. В следующий раз они могут проголосовать против меня и выгнать меня. Поэтому мне надо выполнять какие-нибудь задания. Тогда все увидят, что я не предатель. Но, видимо, я выполнила столько много заданий, что я хожу постоянно по коридорам и пока что ничего не нахожу. А где все вообще? Куда это все подевались, попрятались, а? Ну-ка, выходите, никого не могу найти. Они что, в прятки играют? А может быть здесь кто-нибудь? Ха! Мне кажется, я слышала в другой комнате какой-то звук. И свет опять вырубился. Надеюсь, кто-нибудь починит. Ну-ка, пойду туда.
Теперь нужно отнести эти файлы в другую комнату. Давай, скорей. О, кажется, Гэри в эту комнату приполз. У тебя тоже тут задание? Отличненько, файлы скачались, мне осталось всего одно задание. Гэри, а ты точно не убийца? Меня, кажется, убили. Не кажется, а убили. Самое дурацкое – это знать, кто предатель. Ага, я только зашла, а тут ты. Нет, это не я. А кто? Тут больше никого нет. Я не увидел. Он уже убежал. Но это не я. Признавайся, ты предатель. Именно так и говорят предатели. А может, это ты была? Да, конечно, ага. Все, я пошла на тебя репортить. Выкинем тебя и выиграем. Срочно все найдено тело Софи. Голосуем против Гэри. Жалко, я призрак, и я не могу говорить. Ты хочешь сказать, что это не Гэри? Кто видел убийство? Алиса говорит Гэри. Я зашла, а они вдвоем тут. Я против Гэри. Я тогда против Алисы. Гэри, как ты мог? Неужели ты предатель? Я не видел, кто. А может, это сама Алиса? Предатели так делают. А Юмичу быстрее всех пробежала. Она, может быть, тут была рядом. Я-то вообще-то при чем? Я задание выполняла. Я против Гэри. Или против кисы Алисы. Если против меня проголосуете, проиграем. Я не хочу проигрывать. Значит, один голос против Алисы, все остальные против Гэри. Гэри не был предателем. Точно, киса Алиса. Это не я. Играем дальше. Последний шанс. Нас осталось всего трое. И кто-то здесь предатель. Если сейчас предатель кого-то убьет, то победа за импостером. А не за Крюмой там, не за командой, короче. О, кажется, я нашла поломку. Надо ее починить. Надо тут просто, наверное, чтобы все зелененьким загорелось нажать. А, отлично, заработала. Если в следующий раз проголосуют за меня, будет очень плохо. Пока что задание выполнено не до конца. Значит, команда выиграть не может. Так, тут какой-то код надо ввести. Но может выиграть, правильно, отгадав предателя. Может репортнуть и обсудить? Так, пойду-ка я в секьюрити рум на экраны посмотрю. Я кое-что видел. Срочная встреча. Голосуем против кисы Алисы. Теперь я точно знаю, что это она. Как? Пруфы? Я стоял, спокойно выполнял задание, она начала подходить ко мне. И чё? И я стал от нее убегать. Ты ж в секьюрити была на камерах, не видела, что ли? Не увидела. А зачем вот Юмичу все время в секьюрити тусуется? Смотрит на камерах. Я просто хотела предателя найти. Алиса странно себя ведет, вечно на всех сваливает. Да, и на месте преступления ее один раз застукали. Точно, это она, импостер, голосуем против Алисы. Да, желтый и голубой голосуют против синего. А я против тебя, покемон, голосую, потому что все время всем поддакиваешь. Два против одного, мы победи! Смысле, как это? Точнее, вы проиграли, а я победил. Ура! Интересно, кто-нибудь из наших зрителей мэджиков догадался? Написали в комментариях свои предположения. Круто я сыграл. Ну вот, а я тебе поверила, против кисы Алисы проголосовала. А я тебе говорила, Юмичу. Хотя я сама чуть против тебя не проголосовала. Те, кого кикнули, так и не знали. А мы с Софи знали, потому что видели предателя. Ребята, если хотите, чтобы мы снова сыграли в Among Us, ставьте лайк на это видео. А теперь, ребят, идите срочно, смотрите новое видео на нашем общем канале Magic Family. Прости, киса Алис, а ты смотрела ролик на Magic Family? Ролик на Magic Family? В смысле? Там что, видео вышло уже? Да, пошли со мной смотреть. Ага, я хочу. Там про такое ролик. Юми, да перестань махать своим веником. Скажи, ссылка в описании. Ссылка в описании.